Всем доброго времени. Здравствуйте, ночи, утро, смотря у кого какое время. Меня зовут Марета, я являюсь черным практиком. И сегодня я хочу посмотреть такой расклад. Думаю, он актуален для всех. Будет называться «Исповедь моей души. Почему я ушел от тебя, милая?». Да, у нас бывают такие ситуации, когда мужчина уходит просто так, и это очень сильно, да, влияет на душу, сердце женщины, вообще на все ее физическое тело. И давайте мы не будем много разговаривать и все-таки сделаем этот расклад. Он будет немножко... Значит, у нас прям спешат карты что-то сказать, раз все падает. Это будет немножко такой расклад с ясновидением. Будем спрашивать его душу, почему я ушел от тебя, милая. Представляем его, загадываем. Представляем последние моменты, когда вы были с ним вместе, да? Что он говорил, что было у вас. Также я повторяюсь вообще, да, что расклад он общий и может, конечно же, подходить не всем. Каждый свою какую-то ситуацию, да, или какие-то моменты из этого расклада он поймет, узнает, да, но для более общего расклада вы можете писать мне в WhatsApp. Итак, поехали. Вызываем его, почему я ушел от тебя. Исповедь моей души, да, почему я бросил тебя. Загадывая мужчину. И поехали. Первое, что говорит, я понимаю, что у тебя в последнее время не было доверия ко мне. И твое доверие я истратил, твое доверие я разрушил. И я хотел бы его вернуть, это доверие. Я хотел бы давно уже вернуться, тебе написать, но я не могу. И, скорее всего, я тебя предал. И мне очень тяжело, мне очень больно. Доверие, нету доверия. Доверия ко мне у тебя нету. Я тебя не забыл, я о тебе думаю, но я не смогу, наверное, уже ничего вернуть, никакого доверия, никакого хорошего отношения к себе от тебя я не смогу вернуть. Женщина, причина женщина, он говорит, конечно, он может быть не свободен, он может быть женатый. Я ушел, да. У меня сейчас наступает полоса просветления, где я о тебе думаю, мысли меняются. У меня все меняется в голове, как погода. Как погода меняется. И ты такая, он говорит, ты такая изменчивая, и меняешься ты, как погода. То грусть, то печаль. Я знаю твою печаль, я знаю твою грусть, я знаю твою боль. Твою боль, которая есть у тебя, я знаю ее. И я твое доверие не смогу вернуть. Я знаю, что ты знаешь за меня все. Он даже может подозревать вас в мистическом, чем-то мистическом. Я, во-первых, он может играть, выпивать. Я ушел. Да, потому что были измены. И тебе больно сейчас, даже сейчас слушать о том, что они были, тебе тяжело. И я не верну тебя. Сколько бы я ни предлагал тебе всего... В мире ничего не вернешь, и я остался с пустым сундуком, ожидает. Он находится в ожидании, да, я вам говорю, что он ожидает, ожидает. Но уже вот в этом сундучке маленьком ничего нету. Он понимает, что есть боль. То есть, скорее всего, он ушел, не предупредив, резко пропал. Он играл, он с вами играл. Он говорит, да, я с тобой играл.
Я с тобой играл, я с тобой гулял, но сейчас я осознал. И сейчас я вспоминаю всю теплоту, которую ты мне давала, а ее нету. Даже если он, девочки, смотрите, не свободен, а женатый, от жены ничего нету. Никакой теплоты от жены нету. Никакой теплоты, никакой доброты там нету. Там есть какие-то обязательства. Вот знаете, он говорит, что я заглядываю в, ну, в другие, да, как бы, в других женщин, но я ничего там не вижу. Я пришлю тебе какую-то весточку, письмо, звонок. Я уже думаю даже, что я там напишу. Он хочет объявиться. Не знает он, как объявиться и как правильно это сделать. Предательство. Говорит, я тебя предал, милая моя. И я понимаю, что именно в душе ты чувствуешь. И я понимаю, я знаю, что ты знаешь. И я знаю, почему ты, скорее всего, не принимала от меня звонки. Может быть, вы отклоняли. Он просто плачет. Он говорит, да, я вот вспоминаю глаза, и я плачу. Или я вот вспоминаю и твои глаза, и я понимаю, о чем ты плачешь, я знаю твою печаль, и о чем ты плачешь, я знаю, я понимаю, как тебе больно, и я боюсь прийти, но так хочу, я боюсь, но так хочу. Он сам себя может ненавидеть за то, что он предал, он сам себя может ненавидеть. Он даже когда спал, и сейчас эта женщина с ним находится, он говорит, да, такой я. До боли больно тебе, до боли больно, до боли я знаю. И вряд ли уже вот те ключи, которые были у меня, твою дверь откроют. Я очень... Мне, говорит, я мертвый. Я мертвый, говорит. Я мертвый ворон. Я ворон, говорит, который улетел, черный ворон. Никому не видимый, никто не знает, что у меня. Никто не знает, что у меня в душе, но я знаю, что у тебя в душе. И когда я смотрю в зеркало, либо в чьи-то глаза, я прям вижу, как... Вот знаете, он видит, как вы плачете, как вы выходите, как будто, да, вот он так представляет в поле, и кричите, и плачете, и просто плачете. Настолько больно. Он понимает, он говорит, я знаю всю твою боль, я знаю твою печаль. Ты стала злой из-за меня. Маленькая девочка стала злой за меня. Я знал тебя давно. Знал тебя давно и... может быть, он вас в молодом возрасте знал и предал тебя. Но я... У меня семья. У меня дети. И я так бы хотел семью с тобой. Но я... Тебе неверный пес. Предательство. Я ушел, милая. Хорошо, давай. Тогда будем по-другому немножко спрашивать. С кем ты сейчас? Кто эта женщина сейчас? Эта девушка, с кем ты предал? Просто тут вышла карта семьи. С кем ты предал? Свечи прям эти хорошо пахнут. Они прям... Сейчас, минуточку, я их затушу, чтобы запах прям был. С кем ты предал? Я об этом говорю почему-то. Возможно, где-то в гулянке, на корпоративе, в гулянке. Может, кто-то подложил ему кого-то. Да, это больно, девочки, слышать, и я даже сама чувствую вашу боль через экраны. А сейчас я остался, даже если возле меня много женщин, я остался один. У меня есть к тебе открытая дорога, я могу позвонить, но я понимаю, что мне будет больно. Не плачь. Не плачь при мне, он говорит.
Смотрите, здесь такое, что он говорит, я боюсь, что ты заплачешь при мне, я одену очки, чтобы это не видеть, и я расстроюсь, я ужасный человек, я предал тебя. И предал, возможно, не с одной. Было предательство, закрутило, завертелось, а я ушел. Больно тебе, говорит. Ну не плачь. Я хочу так прийти. Ты чувствуешь что-нибудь? Я слежу за тобой как-то, хочу выследить тебя. Прийти хочу, говорит. Хочу как-то выследить, прийти хочу. Хочу прийти. Хочу прийти. Внезапно. Как буря прийти хочу. Я сам и ревную. Может, ты знаешь тех женщин, с которыми я тебе изменил. Ты ревнуешь меня, и ты действительно меня любила и по справедливости все делала. Богатство мое, говорит. А сейчас мне богатство, говорит, не надо. Ты восстала? Возможно, слышал, что вам было плохо, либо были какие-то моменты проблем со здоровьем, были моменты, может быть, кто-то перенес операцию, может, кто-то перенес что-то, да, и он говорит, ты как, несмотря на то, что тебе больно, ты как птица Феникс, которая воспряла, восстала, улетела. Убили тебя, а ты полетела. Тебя убили, а ты веришь? Свои силы и летишь. Но ты не веришь, что ты вернешься ко мне. Я не верю. Больше ничего не будет. Я тяну, я потерял тебя. Я тебя потерял. Я предал тебя, милая, и потерял. Истинная причина предательства другие женщины. Но даже карта упала. Да, сейчас мы посмотрим. То есть она не зря упала у меня. У меня бывает такое, что карты падают, значит, они сами мне летят. Так, как бы в ответ. Тут выпала такая карта, вот. Я понимаю, что я тебе предал. Я в душе чувствую, как ты меня любишь. И я не смогу, я не сохраню тебе верность, но в мыслях я так верен тебе, в мыслях постоянно ты крутишься у меня, в мыслях я думаю день и ночь, ночь и день, вечер, вечер, утро, день, там, обед, всегда думаю о тебе, вот как скелет вот это, да, который я уже мертвый, говорит, без тебя, а ты все еще как, вот, ну, ты восстала, ты воспряла, ты живешь, а я не оценил, не оценил. Причина. Я понимаю, что вот я предал, да, я не сохранил верность, я предал. Причина. Я ушел к другой, прости меня. Как маленький ребенок вспоминаю все. Ну тут хочет к вам подкрасться, как маленький кот, да. Прошлое. Как мне больно. Он говорит, как мне больно. Вот исповедь моей души, милая, да, я предал тебя, и он копается в прошлом, живет там. Он, может быть, вам и звонил, да, потому что здесь есть такие посылки, предпосылки. Вот карты мне показывают, что как будто бы были звонки, как будто бы были, ну, попытки, может быть, звонков. Может, он звонил там, да, но он не дозвонился, либо вы не брали трубки. Здесь, может быть, даже кого-то он посылал звонить. Да, как бы вот. Даже, может быть, здесь тут карта денег выпала. Возможно, может, кому-то давал деньги, да, чтобы кто-то к вам... Какой-то секрет, какая-то еще тайна. В чем? Что-то он еще скрывает? Что? В чем? Он запутался. А, вы для него таинственная женщина. Но он ваше сердце разбил в дребезге. На части, на осколки, на маленькие льдинки. А сам ревнует. Но он понимает, что да, вы реально, вы смогли, вы огонь. Бумеранг его, он все... То есть высшие силы со мной расквитались.
Я тебя предал, милая, исповедь моей души. А ты взлезла, залезла на эту гору успеха, ты смогла. Мне очень больно, но ты меня уже никогда не простишь. Как бы я к тебе ни карабкался. Будет ли еще приходить? Да, будет приходить. Да, будет. Ты думаешь вообще? Конечно. И он осознал, что да, я предал, больно. У него как будто мысли в голове разные путаются, да? Он видит вас боевой женщиной, девушкой, которой он оставил нож в сердце. Вот так вот. И исповедь моей души, я тебя предал. Причина моего ухода. Вот такая. А, все, девочки, больше не имею права вас задерживать, да и себя тоже. Это был общий расклад. За более личной консультацией вы можете писать мне отдельно на WhatsApp. Всего хорошего, всем добра!